Всем привет и добро пожаловать на канал, с вами я, Джискиран, и сегодня мы будем смотреть видосик от Кан Даниэля, ну, короче, клип Кан Даниэля на трек To You, наверное, да, так правильно. Это, как всегда, рубрика «Жена меня заставила». Поехали! А перед тем, как мы приступим к просмотру видоса, хочу напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте. Вот она. Здесь можно писать мне сообщения, вот цитатник, если вам какие-то цитаты мои интересны. Также вот есть чат специально для тех, кто хочет пообщаться всей толпой в группе. Есть предложка для реакций. Туда как раз-таки надо кидать видео, которые вы хотите видеть на реакции. Ну, либо ссылку на канал. Я там выберу, если мне понравится, я выберу последнее, мы сделаем реакцию. А также здесь есть рассылка для бесплатных игр и стримов. Естественно, если вы подписались на бесплатные игры, вам будут приходить рассылки о том, что где-либо в Стиме или в Эпике обновилась, либо началась раздача бесплатных игр. А стрим — это, естественно, рассылка о том, что у меня начался стрим. Здесь, в отличие от Ютуба, Твича или Дискорда, она придет 100%. Я не облажаюсь. Подписаться очень просто. Нажимаете «Подписаться», «Подписаться», «Подписаться». Все, никаких проблем. Погнали смотреть видос. Ощущение, что машины едут задом наперед. Типа уборщик. Красивое место для клипа выбрали, определенно. Хитрые жопошники. Пробрались в театр. Приятненько звучит песенка. Бедного охранника заставляют спортом заниматься. Ladies. Оу, с девчулями тебе. Блин, красивое, конечно, место прям такое. Ну, это походу, я реально театр, я думаю, в театре снимали. Наверное. Выглядит симпатичненько. Вот сзади между дверьми бегает, это, мне кажется, отсылка на вот эти вот мультики, скорее всего, на Скуби-Ду, может быть. Я не знаю. Вот реально это похоже на какую-нибудь серию Скуби-Ду. Ярко-то в глаза. Я не очень понимаю, на каком там языке написано, но это явно не английский. То есть они типа не двигались, не дышали, он их не видел, поэтому... Насчет танца я не знаю, что сказать. Интересненько. Прикольно. Воу. Брейк. А еще шматье у него прикольное, мне нравится.
Сорян, мне нос зачесался. Лежу за тобой. Ладно. Серьезный охранник. Из-за рисунка я сначала подумал, что он... Что это палас. А, о, все. Ну что я могу сказать? Мне понравилось. Довольно приятная песня. Красивый клип. Надеюсь, тебе тоже понравилось. В описании ссылка на оригинал. Не забывай его смотреть. Также там расписание стримов, ссылки на мои соцсети. Смотри другие видео. Заходи на стримчики. Буду рад пообщаться. До скорой встречи. Пока.